Веселье на трезвую голову. По такому принципу День трезвости отметили первоуральцы. Пропагандировать здоровый образ жизни активисты решили личным примером. Среди участников акции организовали соревнования. С самого начала у нас все стартовало на территории стадиона «Уральский трубник». В 11:30 каждый желающий, каждый житель города смог принять участие в велопробеге, который проходил по улице Физкультурников, по проспекту Ильича и заканчивался на центральной площадке парка. После этого, вот прямо буквально в течение 5 минут, у нас начнется старт фестиваля «Талантливая молодежь выбирает здоровый образ жизни». И здесь у нас принимают участие старшеклассники. В состязании много, идея одна – борьба за здоровый образ жизни. А где здоровье, там и спорт. Несколько десятков старшеклассников и школьников помладше охотно приняли участие в велопробеге. Все желающие в этом велопробеге участвуют, посвящен это День трезвости, вот это велопробег. Скажем, задача-то стоит просто проехать, популяризировать спорт. По улице с говорящим названием «Физкультурников» активисты проехали в надежде, что их призывы к трезвости не останутся незамеченными. Наверное, очень нужно. Потому что когда едешь, могут заметить люди, которые в машинах. За людьми в машинах наблюдали автоинспекторы, а в День трезвости они посчитали не лишним напомнить водителям о том, что за рулем нужно сохранять ясный ум. В целях профилактики снижения количества ДТП как с пешеходами, так и с пассажирами, с водителями. Сегодня будем выдавать листовки, памятки водителям о недопустимости управления транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. О пользе здорового образа жизни решили не только рассказать, но и спеть. В акции, посвященной Дню трезвости, приняли участие представительницы православного хора «Горница». Нас сюда нас пригласили, чтобы мы поучаствовали в этом празднике трезвости. И спели. День трезвости на Урале отмечают уже в 7-й раз. Торжество приобрело официальный статус и областной масштаб. Пропагандируют здоровый образ жизни первые лица города. На территории Первоуральского городского округа по постановлению правительства Свердловской области, начиная с 2007 года, мы проводим такие мероприятия «День трезвости». Ну, что такое «День трезвости»? Значит, это полностью здоровый образ жизни, отказ от алкоголя. Красота и здоровье – вещи совместные. Акцию поддержали участницы конкурса «Краса России Урал». В праздновании Дня трезвости приняли участие несколько сотен первоуральцев. Никто из них не позволил себе ни капли спиртного. Алексей Вербицкий, Денис Храмцов. Хроника дня.